Местные коты. Отель закрылся. Тут они живут на всей... Ну, в отелях везде котов море. А тут отель закрыт. Кормить некому. Вот идем на пляж. Нас тут встречают, атакуют. А это Гитлер местный. О, Гитлер. Сам киса. Почему-то всегда самый голодный. Единственный, кто просит, не учит. Эти просто подбегают. Красивая рожица. Ой, какая красивая. Грузин. Он даже не Гитлер, а какой-то у него пятак. Ну, это, наверное, вон, они на территории где-то живет отель. Ну, они вот тут вот, отель закрытый, отсюда только мы идем на пляж. Бегут со всех сторон. Да в нашем тоже сколько? Да в нашем тоже. Да. Кошак. Он еще какой-то крадется. Ты, наверное, мама Гитлера. Наверное. Это... А этот Гитлер. Сидит. Киса. Ой, ты самый красивый. А? Ой, да чудо. Природа посмеялась. Да. Ну что, все поел? Самый голодный. С вареньем. Варенье съел, усы измазал. Вареньем красным. Ну все, пойдем мы на пляж. Да. Какое сегодня число? 10 ноября. Сейчас в данный момент плюс 24. Идем в отели. В основном здесь все закрыты. Кошки бродячие. Зато сезон мандаринов, апельсинов, оливки. Идем фиников, вот тут. Море. Висит везде, сыпется. Оливки, финики. Потом снимем видео, где много-много фиников. 10 ноября, все жара. Все в оливках, наверное, усыпано. Вот, да вот, прям рядом. Ага. Наверное, они еще, да, не дозрели? Или они собирают и зеленое, и черное, собирают, сортируют? Все, валим. Вот. Пришли на наш пляж. Народу никого. Мы первые. На пляже. Мы первые. И последние. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня маленькая, смотрю, волна. Пляж песчаный тут. Сейчас возьмем стульчики. Где брать стульчики? И к морю. И тут стульчики брать. Возьму стульчик. Где-то мой чистый вчера. Ага. Вот этот, вот мой чистый. Лежать ему не берем. Но море чистое, прозрачное. Но сегодня волна небольшая. Но все равно эти дни вообще была тишина. Ты далеко пойдешь? Ну зато хорошо. Не сезон, народу вообще нет. Отдыхаешь. Красота. Вон финики по дороге. Сорвал. Дерево. Вкусные. Ой, Олег, а сегодня вот вода сейчас теплая. А? Что? Вода теплая сразу.
Теплая вода, говорю, сразу. Вчера вечером была прохладнее. Шикарно. Море хорошее. В ноябре, оказывается, тут тепло. Олег принимает солнечные ванны. Релакс. Релакс. Все, до сейчас следующих. Сейчас пойду купаться. Маску взял. Тут камушки должны быть крабики. Маленькие выбегают крабики. Больших не видели еще. Все.